На эти выборы я пойду с добрым девизом, с добрым посылом для всех добрых людей. Поэтому один из ключевых наших девизов есть девиз «Моей жизни – сила в правде». Вы его все знаете. Но сегодня люди ждут и в Бельцах, и во всей стране добро с кулаками. И вот с добром с кулаками завтра я приглашаю всех представителей СМИ в 11:00 в Центральную избирательную комиссию. Завтра мы будем подавать список кандидатов, депутатов от избирательного блока Рената Усатой. Значит, я смогу сообщить, я дам все детали касаемо списка, который сегодня был утвержден Национальным советом избирательного блока Рената Усатой. Значит, есть очень много изменений. Из того, что могу вам сказать сегодня, значит, в списке избирательного блока Рената Усатой не будет ни одного бывшего депутата, бывшего министра. Среди них были и хорошие люди. Но все-таки Национальный совет избирательного блока Рената Усатой решил, что мы должны идти с нашей командой. Мы должны идти с людьми, которые неоднократно доказали свои способности руководителей, выигрывая как минимум 2 раза мандаты примаров в городах и селах по всей стране. Плюс теми людьми, которые были с нами с самого начала, с 2014 года. Поэтому мы идем на парламентские выборы, и в следующем парламенте блок Рената Усатой, значит, будет представлен под девизом «Следующий парламент без бывших».